Привет, друзья! В этом видео мы покажем, как мы ремонтировали водонагреватель Thermex IBL15O. Водонагреватель поступил в ремонт с жалобой на то, что из него бежит вода. Обязательно досмотрите видео до конца, так вы сможете увидеть весь процесс ремонта полностью. Прежде чем мы начнем, поставьте лайк этому видео и прямо сейчас подпишитесь на наш канал. Поехали! Сегодня нам принесли водонагреватель Thermex IBL15O. По клиенту бежит вода из-под патрубку. Разберем, посмотрим.
по швам. Ничего такого, ну, кроме внешней. Так, осталось наполнить водой и посмотреть, откуда все-таки побежит. Итак, наполнив водонагреватель водой, мы видим, что она выходит из патрубка из дверного шва. Ремонту не подлежит, будет заменен на новый из-за заводского брака по сварке. Если вам потребовались оригинальные запчасти для водонагревателей Thermex IBL-15O, перейдите по ссылке, которую вы увидите у себя на экране. Также эту ссылку мы разместим в описании к этому видео. Здесь вы видите запчасти к любому водонагревателю этой серии. Также здесь вы можете найти свою конкретную модель водонагревателя или просто подобрать интересующую вас запчасть. Добавляйте нужный товар в корзину и отправляйте заказ нам. Поначалу платить ничего не нужно. Мы получим заказ, затем свяжемся с вами и уточним все детали. Для того, чтобы заказать запчасти для различного климатического оборудования, перейдите по ссылке, которую мы оставили в описании к этому видео. Если видео показалось вам полезным, поставьте нам лайк. Если видео не понравилось, смело жмите дизлайк. И обязательно подпишитесь на наш канал. До новых встреч!